Добрый день. Спасибо всем, кто в этот, наконец-то, сегодня хорошая погода, все тут наше северное лето. Это все благодаря Пласт-форуму. Да, южных зим все-таки это самое пришло, а вы все-таки остались с нами. Поэтому и организаторам, и тем, кто нашел все силы терпеть и не быть на улице здесь, спасибо. Постараемся не задержать долго вашего внимания и быть любопытными. Я хотел вообще сделать небольшое овервью, а вообще что происходит и что произошло. Уже, как говорится, с середины прошлого века распространились платежные карты. Казалось, это вечное, вечного ничего не бывает. Где-то в конце 90-х годах вся индустрия, вот уважаемый MasterCard, да, со своими, с другими системами, как у вас положено, которые тут вот рядом и не рядом, да, вот, проявили много инициатив, чтобы карты сделать многофункциональными. Но они практически до сегодняшнего дня, пока вот в телефон это не стало убегать, они все-таки оставались в основном платежными. Вот. Этот тренд мы сейчас видим. Ну, там как бы не могу не похвастаться. У нас на стенде можно там обсудить, какие многофункциональные проекты сейчас осуществляются. Уважаемые коллеги, Михаил очень много посвятил внимания то, что карты становятся инструментом и для транспорта, во-первых, да, что, собственно, вообще изменило это в пользу бесконтакта, да, и всяких льгот, и в медицине вы можете идентифицироваться, да. Денис вот обратил огромное внимание, что новые способы идентификации, они делают не платежные, а совершенно другие приложения подтвержденными. Вот эта вот подпись юридически значимая. И все это, как говорится, приводит к тому, что карты делаются многофункциональными. Ну да, вот эти вот проекты, я считаю, там замечательные проекты сейчас появились, о которых мы мечтали там лет 20 или 25, да,